Нас смотрят не только в России, но и в Америке. Нам дозвонилась Раиса из Калифорнии. Очень приятно. Раиса, слушаем вас. Доброе утро. Знаю, что в Америке сейчас утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что могу увидеть прекрасных людей, прекрасную музыку. Я очень соскучилась. Я очень обожаю цыганские песни, цыганскую музыку. Это вообще что-то. Я сегодня счастлива до предела. И желательно, чтобы наши передачи чаще показывали цыганские песни, цыганские мелодии. Ну, я вот смотрю на таких прекрасных девушек. Это вообще просто у меня нет слов. Я очень благодарна. Любую вашу песню, какую вы пожелаете сами спеть, я буду слушать с удовольствием. Я жила в небольшом городке в Дубно на Украине, и у меня было очень много знакомых цыган и друзей. И недаром говорят, что если друг, то это цыган. Если сосед хороший, это цыган. Это 100%. Я очень люблю этих людей и уважаю, и люблю эти песни. Пожалуйста, обращаясь к телевидению, почаще передавайте их на концерты. Я очень соскучилась. Я желаю вам успеха во всем. Я очень люблю эту передачу. Спасибо вам за эту передачу. А что для Раисы из Калифорнии? А вот сейчас и услышим, собственно, из малоизвестного фильма «Две малоизвестные песни». Нам звонок из Белгородской области. Да-да, Фаина Александровна, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер. Наверное, нас плохо слышно. Мы с мужем сидим у телевизора и смотрим вашу программу. Очень приятно. Спасибо вам. В 70-е годы мой муж жил в Донецке. Город Горловка рядом. И ему очень нравится песня «Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна». Да, еще одна неизвестная песня. Очень неизвестная. Так что бы очень хотелось послушать. И всего вам доброго, удачи вам. Спасибо, Фаина Александровна. Нам дозвонилась Соня из Майами. Просто у нас одни звонки. Соня, вас слушаем. Да-да, вы на связи. Здравствуйте. Во-первых, я хочу, очень люблю цыган. Слышала в своей жизни их очень много. И в Сочи, в Москве, в Международном центре торговли. Они даже пели несколько раз на моем дне рождения. Сегодняшние замечательные. Ребята все красивые, такие яркие, замечательные. В самых лучших традициях. Я очень попрошу, я буду, наверное, очень банально, но я попрошу спеть «Очень черные». Ну, с удовольствием для вас, Игорь. Ну, как не уважать такие просьбы? Ну, может быть, просьбы? Вот эту программу убрать, я предупреждал, что если мы дадим интерактивную линию. А ты видишь, как у нас получается. Ну, замечательно. Вот собственно, мы здесь-то не для себя, а для людей. Поэтому конечно. Давайте мы, может, еще примем, чтобы уже составить список того, чего думаю, надо. Тоже, да, неизвестная песня про цыгана Яна, видно, польский цыган, я так понимаю, если бы было бы цыган Иван, цыган Ян, собственно, и потом давайте. Для Сони.